Всем привет, ребята! Сегодня 54-й день нашего этого челленджа, и мы сегодня будем читать книгу, заниматься спортом и, конечно же, снимать видео. Поехали! Итак, ребята, я уже читал книгу, занимался спортом, и теперь пора перейти к нашему разговору. Сегодня буду говорить о такой теме, с помощью которого абсолютно все могут добиться абсолютного успеха. И что это такое? Это мысль. Оно представлено в книге «Монах, который продал свой Феррари». Я его уже читал и закончил. Я сейчас буду описывать эту мысль. Мысль звучит так. Вообще его имя такое. Сила Кайзен. Что такое сила Кайзен и что он от себя представляет? И как его можно активировать, то есть как его можно использовать? Сила Кайзен – это навык постоянного самосовершенствования. То есть... Если человек постоянно учится, постоянно находит новые вещи, о которых нужно знать, и постоянно самосовершенствуется, то можно сказать, что этот человек овладел силой кайзен. По сути, сила кайзен – это навык постоянного самосовершенствования. Как его активировать? Просто помните одну вещь. Когда человек не учится новому, когда человек не развивается – то его можно считать уже мертвым, потому что мир вокруг нас день за днем, минута за минутой совершенствуется. И если ты пропустил хоть одну минуту этого процесса, то ты остаешься уже позади, и ты не можешь быть первым в каком-то деле, в той деле, в какой ты выбрал свой путь. И это не позволит тебе быть абсолютным победителем, абсолютным успешным человеком. Сила Кайзен помогает достичь абсолютного успеха в любой сфере жизни. И поэтому она так важна для людей, которые желают достичь успеха, быть первыми в своем деле. Я думаю, на этом закончим. Я думаю, эта информация была полезна для вас. Если была полезна, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Не забывайте поделиться этим видео вашими друзьями и родственниками, чтобы они тоже были в курсе обо всем хорошем и обо всем эффективном. Всем спасибо за просмотр и всем пока!